Так красиво, мелодично и неожиданно. Собственно, эффект внезапности и есть основная задача флешмоба. Культпроект «Соль» решил выйти за пределы формата квартирников и лекториев. Во вторник вечером солисты организовали флешмоб на главпочтамте. Чтобы провести его на главпочтамте, нужно было согласование с Москвой. И интересно выглядел сам документ. То есть, по сути, это звучало как «дайте нам подурачиться в этом месте». В общем, официальное письмо было примерно так. В общем, нам дали подурачиться, вот пока сейчас такая история. Хор «Вдохновение» исполнил песню «Выйду ночью в поле с конем». Ребята просто пришли на главпочтамт и начали петь. Сначала один, потом друг за другом присоединились все. Посетители от удивления даже перестали разговаривать. Флешмоб устраивали первый раз. Для нас, конечно, это непривычно, но мы сделали это с огромным удовольствием. Самое главное было непривычно то, что вот так вот люди сидят, они ничего не предвещают, и так резко, внезапно, они не понимают, но вроде бы им понравилось, поэтому рады. Это первый, но не последний флешмоб, уверяют организаторы. Сейчас думают над более масштабным, танцевальным. Каждую такую попытку они расценивают как возможность рассказать о своем культурном проекте и пригласить людей на мероприятие. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.